Всем привет, дорогие друзья! Что я вам хочу сказать? Да, это новый формат. Я решил, что буду снимать какие-то вырезки из своей жизни и буду вам подавать их на блюдечке с тарелочкой в виде видеоблога. Это уже второй такой блог. Первый вышел на моем основном канале, если кто не видел, можете посмотреть. А второй вышел вот в данную минуту. Возможно, буду иногда вставлять свои мысли, о чем-то рассказывать, делиться своим мнением. А, возможно, буду просто оставлять кеки и больше ничего. Все же любят кеки, ребят. Вы же любите кеки, я знаю прекрасно. Кстати, как бы это ни звучало сейчас принужденно, не прошу, а рекомендую подписаться. Не выпрашиваю, ну ладно, выпрашиваю чуть-чуть. Ну или хотя бы лайкосик. А вы говорите по-русски? Я просто уличный фотограф, и я хотел сделать пару снимков. Настя Сняшкинск. Все, сразу шлюха. Пошло оно нахуй. Мы пришли с Дианой в Золотое Яблоко. Ждать придется очень долго. Если что, нашла это адрес Ленюхи. Прикол, выберем. Прихлю, блядь. Какая-то параша, если честно. Я домой хочу. Голосуйте в комментариях, Аджара Гуджу, какую вот, какой я выбрала из вот этих вот всех интересных. Диана потерялась. Это займет не знаю сколько времени, но сейчас нужно ее найти и свалить отсюда нахуй. Это маска 100 рублей. 790. Ну. Вот это выкинь. Это давай глупо. Полчетвертого она пошла прыгать. Сейчас оформить лес. Плотная каточка сейчас будет. Смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта. Зачем она ложечку брать? Чтобы подцепить. Нормально держится? Нормально. Вот так по волне, да? Так вот этим вот кончиком надо в глаз. Давай этот кончиком в глаз. Кончиком в глаз. Ладно. Просто Лера песня такая, она как обычно с драм-н-бейсом. Ну такая, ну четверочку я бы сказал. Там нормально? Да, отлично. Ничего сделать, Патч? Тебе тоже кончиком в глаз. Такой вот пальчик. Можем минут 10 посидеть так. Даже вздохнет от голода. Снова не дождавшись ответа, я лечу навстречу к твоим глазам. Оставь мне одну сигарету. Просто, Лера, напиши мне, если хочешь, такие же патчи. Мы сегодня видели китаёзу, которая, ну, китайскую девочку, которая по золотому яблоку ходила и на протяжении часа, наверное, что-то рассказывала на стриме своём. She's in Tintin, how do you speed your speed? Shit, ma. Дерьмовая маска. Маска говна. Я нюхаю кокос. Блин. Нормально, напасик. Тупо смотрим, и тут просто Лера на телевизоре. Нежданчик. Альбрус нечный цвет, алый до рассвет. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики. Передайте привет, это будет Саня. Здорово, всем привет. Ладно. Это классика. Нет, это морковный пирог. Томатный ролл.
Кто не понял, мы едем в Москву. Я хочу взять сейчас срок в поезд. У меня опять развязался шнурок. Артем боится, что мы опоздаем, но на самом деле нам еще очень много времени. Бери уже свой срок плешивый. Если он сейчас сказал ей... А, нет, она тебе сказала... Михаил Денисович... Вас папу как зовут? Ну, Динос. Динос Диносович. Можно вам компанию составить? Приприятную? Да, приприятно. Вы предпочитаете верх или низ? Больше снизу люблю. У меня как раз верх. Замечательно, как пазлы совпали просто. Как доминошки. Мне кажется, нас тут кто-то может видеть. Да. А? Мы тут не одни. А, где, в ресторане? Давайте простыню повесим. Давайте. Ну, так сказать, чтоб яйца поесть. А тебе экспозицию на сколько процентов занизить? На 7. А так будет эстетично? Ну, ой, я тебе тут нашелудил немножечко на кадре. Чтобы видно было, что я не из села. Сейчас. Что я из Питера. А ты точно не из села? Точно. Чем вообще в свободное время занимаешься? Я вообще люблю на посейта раскумаривать. Это эстетичный рилс, который наберет у вас 1 000 000 просмотров за 5 секунд. Но он такой с эротикой, сейчас покажу. Давай, сделай эротику. Love you like. I show you life, do you like, baby? Мы сейчас едем в Москву для того, чтобы посетить замечательные места, понаслаждаться видами и... Nothing you can do here in the New York. Проводница ничего такая, я бы это сама, ну, да. Под хвоста и накидал бы. Это самая крольчиха из Тверополиса, такая же бухнастая попка. Тут еще кролик. Как тебе Эльза из «Холодного сердца»? О, это отдельный счет, это слишком интимная тема для меня, не надо, не затрагивай это, пожалуйста. Не затрагивай это, пожалуйста, я не хочу об этом говорить. Это чувствительно? Не, пожалуйста, давай закончим это. Хорошо. Чё? Алло? Кажется, кажется. Всё, мы за бутылки делаем. Все ночи без тебя не так тяжки. Мне тяжело. Первый раз адекватный обычный разговор с подписчиками. Мы приехали в Москву. Сейчас через 20 минут у нас уже высадка. Потом я поеду, не могу сказать куда. Секрет, правильно? Мне же нельзя так сказать. Мы будем делать вот это. Смотри, как тянет. Сейчас мы отправляемся с поезда Москва-Санкт-Петербург. Мне звонит Артём. Извините, пожалуйста, но Артём мне важнее, чем ваш блог. Короче, влог продолжается. Good morning. It's okay, bro. It is fine. На голове у меня точно не fine. No smoking. No vaping. Как вы заметили, Москва для вас прошла буквально в 2 кадрах. Для меня она прошла тоже в 2 кадрах. Вот так. Все. В Москве, в общем, повидали какие-то красоты только Артём с Дианой. Я повидался с батей, повидался со знакомой одной, и
И на часах 6 утра, 45 минут, я только приехал, и мне вот, правда, так плевать на всяких призраков, что я просто, я так спать хочу. Пускай они тут хоть шабаши устраивают вокруг моей кровати, я просто спать сейчас лягу и все. Знаете, вот я о чем задумался? У меня наличка... Вот об этом. Цитрамон. Люблю цитрамон. Вообще, завтра пойду подстригаться. А чего я тут? Нет. Съел только что три блинчика. Есть хотел просто сказочно. Эти три блинчика залетели вот так вот. Чух-чух-чух-чух-чух. Как это самое. Как ваши одноклассницы. И чаёчек ещё сейчас. Чаёчек, чаёчек. Ммм. Черничный. Займут кино. Макс Корж. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. И, как обычно, с вами был Михаил. Всем пока.